Я рад приветствовать блуждающих по подвалам на канале Дамаку. Меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Ну что, дорогие друзья, давайте с вами продолжим наше веселье, и сегодня мы пойдем с вами на Гридир. На Мега Гридир. Только кем пойдем, пока я не знаю. Давайте подумаем. Я подумал, наверное, может быть, самым болезненным, самым отмороженным, самым конченным типом из всех, которых у меня, по крайней мере, пока есть. Это, естественно, Блю Бэйбик. Давайте пойдем, наверное, на него. Погнали. Я тут тоже слегка примощу попу. Раз вот тут все какаете в эти углы, почему бы им этого не сделать? Так, давайте зайдем, наверное, теперь тогда в кусачу. Да ёб-моё, ты козлина тупая, на. Так, бомбы нам дали. Да хватайте уже. Бомбы — это хорошо, вы знаете. Бомбы — это хорошо. О, пятюнчик. Спасибо. Кстати, тут может быть... секретом. Ну, пожалуйста. Так, а взять-то вроде как бы и нечего, да? Ну, кроме ключа, естественно. Пилюля. Тирсдал. Ну, что от вас можно хорошего-то ждать? Вот это прям. Только вот Тирсдаун. Ну, Тирс тут поднимается, ладно. Сдохните. Желательно все. Ой, блин! Давай, Стасян, не косячь. Сердечко. Возьмем. Всех убьем. Еще сердечко. Еще сердечко. Надо подымать, конечно. Подымать надо Тирс, потому что он что-то совсем на 12. И скорость у нас стрельбы тоже маленькая. Чем быстрее мы стреляем, тем быстрее мы насобираем черных сердец. А это меня здесь конкретно выручит. Так, все умерло. Я только на них сейчас и рассчитываю. Да ё-моё, блин, почему вы меня все задеваете? Меня бесите. Еще сердечко. И еще сердечко. Отлично. Сердцами, по крайней мере, мы обеспечены. На какое-то время, по крайней мере. Так, давайте подумаем, что нам можно купить здесь еще. Да тут, в принципе, брать-то нечего. Брать нечего. Это действительно. Давайте только попробуем вот этих чуваков взорвем. Они мне не нужны. Хорош. Интересно, он дает что-нибудь дамаг, там прибавляет? Нет, ничего не прибавляет. Но я знаю, что вроде монетки могут выпасть, да? При... ну, может, нам свезет. И выпадут монетки. Ой, какой ты душный, а? Давайте-ка мы вот так вот сделаем. Я чувствую, что просто... ой, блин, я чувствую, что просто я его не убью. Да твою... ты что творишь? А он вот чисто прыгает, да, это его фишка такая. Блин, да козлина. Я от него... короче, я походу сейчас от него так прохвачу, ни хреново. Потому что он свои вот эти волны пускает.
все черные сердца мои слил. Блин, еще за синий принес. Ну, он конченый, конечно. Не для первого этажа вообще босс. Совершенно не для первого этажа. Но как вот его можно проверить? Я полчаса буду ковырять. Да какие там нафиг... За... Сука, там 15 минут надо, да, босса убить? Какие 15 секунд? О чем вы? Больнее совсем, что ли? Сдохну уже. Наконец-то. Ху, ладно, хорошо, хорошо, хорошо. Нечестный босс. Медленный, медленный. Быстрее надо быть. Быстрее, ловчей, сильней. Хо-хо-хо. Да нифига себе, как круто. Сразу два сердца. Давай, давай. Блин. А потом у них какой-то резист. Время идет какого-то резиста. Так. У меня 30 монеточек. Как я уже сказал, здесь брать нечего, да, это я что-то еще раз решил, видимо, заглянуть, огорчнуться. О-о-о. Мистер, так у меня сейчас здесь столько сердец надоете. Что сами рады не будете. Хотя боссы душные, да, но согласитесь, все эти боссы, все очень жирные, прям все поголовно. Но этот, конечно, вот червяк-то нет, а вот один-то перед этим был вообще душнявый. Плюс, читайте, здесь еще такой же. Да давай уже. Сейчас, смотрите, двое умерло от яда, и никто сердечко даже не дал. Зато монеток нормально падает, это приятно. Я даже обкакиваюсь от радости. Смотрите, сердец не дают. Да нет, ну! Зачем? Можно было же и не налетать на него. Не, ну прям вообще не дают. Ну дали, смотрите, я думал, что нельзя с него выбить. Ну, может, наверное, специальное ограничение ввели, чтобы типа так не делали. Не фармили. Не понял, куда я. Давай. Отлично. Осталось чуть-чуть совсем. Еще сердечко. Отлично. Нам бы еще вот на дамаг. И все. Кстати, золото у нас есть. Сердца у нас есть. Мы сейчас даже можем забирать все у сатаны, если у него что-то будет. Сатана, ё-моё, что ж ты делаешь со мной, а? Конечно, я беру это. Я бы и дамаг бы взял. Так я и возьму, наверное. Нафиг мне это говно.
Так, уходим. Мы, конечно, медленно стрелять начали, но я надеюсь, что мы поправим это все тирсами, да, мы поднимем. Так, а где мои зеленые косы? Вот, одна пошла. Отлично, отлично, отлично. Будем сквозь всех, это будет прям вообще идеально. Угу. Возьму, подниму. На 7 аж там целых. Вообще хорошо. Побыстрее стрелять будем. Это очень даже хорошо. Вот это мне точно не надо. Я вот этот предмет единственное, я не знаю, что он делает. Так, давайте-ка я взорву. Вот этот, который я сейчас с собой ношу. Я не знаю, что он делает, если честно. Котейка. Хаос в действии. Отлично. Так, у нас 6 монеточек. Ну, следующий, наверное, у нас будет на покупку. На очереди. Это вот этот вот рогалик. А там посмотрим. Так, ну давайте я прожимаю, погнали. Ловись, рыбка. Большая и маленькая. Главное не накосячиться, остальное все ерунда. Взорвись. Тихо. Ух, сколько у вас тут. Вот за что люблю, вот, вот здесь решают реально, вот в этой вот, вот в гридире очень сильно решают ауешки. То есть, если вы найдете там какой-нибудь предмет, который, например, там тот же, говорю, перо индейца, или как там он называется, я не знаю. Перо индейца там, и всякие такие вот, всякую такую вот муть, то, блин, вы 100% будете на коне. Так, я предлагаю сходить за дамагом. Давайте прожмем опять. И пойдем подеремся. Ух ты, блин. Да черт тебя возьми. Проклятая эту скотину. Смотрите-ка, ни одного сердечка. А могло бы выпасть вообще там штук 4, наверное. Может, это удача? На это влияет. Нам удачу, может, подымать надо. Кто там? О-о-о. Парень, и ты, наверное, один из самых неприятных для меня созданий, блин. Твою налево, а сейчас не дай бог убьет. Ну не должен вроде, хп много. Ой-ой-ой-ой. Я забыл, что он так делает. Пипец, все хп в минус. Просто, блин. Привет. А я думал, что будет Крампус. Отстань. Блин, что за тварь, а? Ну, естественно, кто здесь еще мог быть? Да. Вот, пожалуйста. Хренаксе нет ничего вообще.
Ну давайте. Это реально, да, такие темки тоже есть в этой игре. Не знал. Блин, да какого хрена ты этот-то взял ключ? Ладно. Не хотел я его покупать, я хотел... Я случайно, короче, цепанул уже. Ладно, давайте. Ух. А ведь это ведь еще круче. Да, не дамаг, конечно. Но ведь тут можно будет сердца собирать. Потому что яд, я смотрю, что-то не так часто и прокает. Прокает, не прокает. Блин, офигеть, так это кусок гапи же. А у меня один уже есть, и мне еще один остался. И есть все шансы собрать еще один. Так, тут я все забрал, да? Но давайте, я все-таки пойду, наверное, с книгой с этой. Да, меньше дамаг, согласен. Хотя, возможно, лучше было бы даже по-другому, да, лучше все-таки... Ой, блин. Ну, взорвалось, да? Да ё-моё. Потому что дамага явно немного. Ну, то есть он есть, это чувствуется. Тем более еще после того, как мы стали книжным червем. Блин. Офигеть, вы посмотрите, сколько монстров. А не будь у меня вот этой вот херни, пробивающей сквозь все насквозь. Что бы я делал? Успел бы я бы их всех убить? Очень сомневаюсь. Так, дьявол. Ну, можно поражать-то потом. Близнец. В принципе, неплохая вещь. Неплохая вещь. Вы знаете. У меня есть один ключ. И я могу взять бомбы, конечно. Взорвать, понадеяться. Взорвать вот этих чуваков. А потом паролить. Но я тогда купить все равно не смогу. До 15, откуда я потом деньги буду брать? Ниоткуда. Ниоткуда. Да ёб... Давайте попробуем так заролить. На раз. Да... Короче, херня вышла. Думал, на 3 монеты. Ну ладно, на 4 вышло, на 4. Ладно, плевать, короче. Я просто хочу гапи быстрее собрать. Вот и все. Я думаю, что, наверное, все-таки я возьму вот эту книгу. Потому что она, ну, покруче будет. Я... И так могу. Ой, я его не убью за такой короткий срок. Ё-моё. О, ангел еще. Да вы издеваетесь. Еще какой, главное. Не, ну ангела еще можно завалить. Да, да ё-моё, да чего вы прям вылазите прям подо мной? Что за привычка идиотская? Неохота слить, вот и психую. А, я еще и упасть могу в эту дырку. Офигеть, мне два раза надамажили, пока я в этой дырке находился. Туда прилетела бомба.
Охренеть можно, я не знал даже, что такие вещи существуют. Ладно. Туда прилетела бомба, она меня еще ударила. Крампус? Нет, не Крампус, но тут тоже есть тварь. Так, но я не вижу смысла вообще что-то здесь брать, по-моему. Три дает, три сердца, по-моему, дает вот эта вот штука. И здесь вроде как бы тоже есть жизнь, но она превратит меня... А, кстати, она превратит-то меня в голубого опять паренька в этого. Да, есть, наверное, смысл взять-то ее. Если вдруг меня убьют. С тремя сердцами я буду ходить, я возьму. Папина нога, да ну. Это хорошо. Папина нога, это вообще хорошо. Так, забегаем. Кусок гапи? Нет. Но орбиталка нам пригодится в любом случае, да? Вот это прям вообще хорошо. Очень хорошо. Вот вам гапи. Только, правда, он у меня все сердца съест. Ну даст 9 жизней. Так, что ж тут сделать-то? Так а что мы тут сделать-то можем? Ничего. Можем стать гапи, в принципе, но потом. Опять же. Давай, вылазь. Надо было, наверное, не собирать. Да, надо сердца не собирать. Если будут появляться, не собирать просто их. Давай, 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 вылазь, вылазь, вылазь. Воу, воу, воу. Не умереть бы. Да давай вылазь уже. Лежит он там. Потому что если гапи станем... Потом соберем. Отлично. Идем, гаппи, гаппи, шмаппи. Отлично. Теперь можно и пособирать. Ммм, вкусняшечки. Ням-ням. Отлично, отлично, котенком стали мы. С черепом. Ну, блин, есть ли шансы победить? Зайдем внутрь. Сердечко, отлично. Так, тут больше уже ничего, больше ничего. Давайте боссов. Угу. Давайте, стойте тут, я постою вас, постреляю. Еще. Ага, вот они. Или еще должен быть. Их 4 было, нет? Трое, да, для 4 слишком.
Для четверых это слишком. Так, то Крампус там по-любому сидит, не? Он же должен когда-то прийти. Уголек, ну неплохо. Раз задел меня. Ладно, ничего страшного. Переживем как-нибудь. Больше покупать тут нечего. Мы, в принципе, можем паролить, конечно. Можем вообще ничего не делать. И уйти. Плюнуть и уйти. Гимпи. Но, в принципе, неплохой. Мы можем... Ну, давайте возьмем. Не... Но Грааль, по-моему, он только полет дает, да? И что-то еще, по-моему. Что-то ХП, что-то такое. Ну, как бы крутая вроде вещь. Но насчет дамага я вот не уверен. Ладно, у нас книга есть. Еще и есть карта, которую таскаю, не знаю зачем. Она такой же эффект дает. Ой, тьма, 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 тьма. Еще тьма, да? Или это просто так темно? По-моему, тьма. Еще кусок гаппи. Скорость и... скорость и скорость стрельбы. В принципе, клевая вещь вот эта. Надо брать, наверное. Да, это, конечно, немножечко не то, что нам надо. Ну, давайте прожимаем книжку. Ни черта не вижу. Тихо-тихо-тихо. Сейчас слово, ничего не видно. Что тут происходит? Я просто стреляю. Не, ну как бы я вижу, конечно, очертания, но не всех. А что, все кончилось, да? Очертания я вижу, но не всех монстров. Некоторых не видно, что некоторые черные монстры. Так, давайте... подумаем, что там можно взять. Увеличим скорость. В принципе, можно было бы и эти взять. Спички в глаза. Тоже хорошая вещь. К сожалению, ничего. Давайте еще раз прожмем. Он один? Нет, нет, он их двое. Ой-ой-ой. Мухи-мухи-мухи. Отъехал. Это типа их два сразу, да, было? Да ну! Да не-не-не, ну что ты творишь? Это ж нечестно, ну два блода, это же вообще жесть. Во тьме тьмущий. Сатана, ты нечестно играешь. Ты в курсе? Так, ну, естественно, я брать здесь ничего не хочу. Я сохраню сердца. А вот это мы возьмем. Это мне нравится. Будем быстро стрелять, и у нас на максималочку мы. Короче, очень хорошо. Давайте, погнали дальше. Не вижу сердец там, нет? Фу, как бесит, когда темно. Ладно. Все, мы обошли до последнего инстанции. Сейчас... либо сейчас, либо никогда. Поломаем мы здесь кого-нибудь или нет? Отстой, отстой полный. Предметы полный отстой. Ничего не дают нам. Ребяточки. Ну давайте, наверное, в кусучую я зайду все-таки. Ну ладно. И это тоже неплохо. Прожимаем. Вперед. О, парень. Да ну.
Вы посмотрите, что творится. Это просто шикарно. Немножко радости. Да я вот что-то траил этого голубенького уже раз, наверное, 10. Пройти никак не мог. Тут хоть чутка. Ой-ой-ой. Задело. Ладно. Нам ли быть в печали, да? Все будем черными. Так, один сразу отлетел. Второй отлетел. Кто здесь? Все? А, тут еще подлый. Три босса было, прикиньте. Еще главное, каких? Это ж вообще отстойные боссы. Так, тихо. Где ты? Так, кто-то там еще остался. А, понятно. Ладно, остальное дособираем. Голова котейки и мешочек. Ну, фигня полная, конечно. Я даже уже и не рассчитывал, в принципе, бы на вот эти предметы, да, которые нам там могут выпасть в сатанинской комнате. Они бесполезны просто. Ну, потому что они шибко дорогие, что ли. В принципе, у нас хорошие предметы. Погнали сразу на сатану, наверное, этого, да. Ну, а что тут брать там? Брать нечего. Просто 40 монеток донесем. У нас хороший дамаг, мы, в принципе, должны выдержать. Максимальное количество ХП. Плюс ко всему у нас есть книжка, у нас есть сатан. Я не знаю, кстати, если прожать одновременно и карту, и сработает двойной эффект или нет. Вот интересно, сейчас как раз заодно и посмотрим. Или там просто как бы это, и может дьявол это другой эффект. По-моему, книга дьявола то же самое дает. Куча денег. Заходим. Да, она то же самое, такой же ход дает. Ага. Монетки, книги. Ой, книги, говорю, эти. Что он там еще выбил? Монетки, да. Монетки, да, мы их таскать мухи. Почему-то подумал про книги. Так, мне вот эти монетки нужны, потому что, может быть, из них выпадать будут сердечки черные. Так, против взрывного грида. Потому что он-то парень пострашнее будет, чем этот обычный. Может, я зря, кстати, да, надо было, наверное, оставить. Он бы сейчас выпустил бы их, я бы их убил. Ой, больно. Где я? Я ж себя потерял. Я даже lucky up был. Тихо, парень. Давай-ка без этого, давай без грубости. Тихо. А где ты успел, кстати, голубенькую половинку? А, это Гимпи мне дал. Так, отходим. Шатовай. Ой-ой-ой. Хватит бить меня. Горит проклятый. Горит проклятый.
На тебе. Ой, достает, да, получается? Радиус того. Я думал, мы выдержим. Не подходи. Не подходи, не психуй. Так, вот еще синенького соберем. Не психуй. Все будет нормально. Грибушка. Да как так-то, блин? Ты достал меня, гриб. Мне конкретно достал. Мухи, 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 мухи. Ну, мухана, это точно. Да и мухана была, в принципе, так было ясно, что будет хана. Надо было совсем уж жесткого хануться, чтобы не победить его, да? 50 монеточек, мы даже побольше собрали, наверное, да? Открыточно? Отлично. Слава богу, я очень рад, хоть и получилось так, что мы собрали, получается, очень мега крутые предметы. Ну вот, реально нам свезло, получили косы. Косы и яд, это просто огонь. Ну, плюс ко всему, нам очень повезло, что нам Гапи достался. Ну, с хаосом это проще сделать. Ну, давайте, скинем монетки. И заодно передохну, потому что что-то голубенький паренек меня утомляет вообще капитально. Я рад очень, что я в гриддир больше им не пойду. Это счастье для меня. Потому что, говорю, попыток было, ну, наверное, даже не 10, побольше было попыток-то, блин. Какой он противный все-таки, этот малыш. Blue Baby. Просто я считаю его одним из самых бесполезных героев. Он, знаете, такой больше для челленджа, типа для себя. Такой, да я должен им пройти. Вот типа того. Потому что даже у самых опасных, в принципе, здесь героев, которыми мы играем, да, у них есть польза. Типа у Лоста, Лост может брать у Сатаны любые сделки совершать, не тратя здоровье. Тот же Кипер, да, он хорошо в гриде себя чувствует. А этот вообще бесполезный. Я вообще им положительные стороны не вижу. У него нет, их просто я их не вижу. Их нет, реально. Относительно других героев, вообще он какой-то ни о чем. И я рад, что мы им заканчиваем. Вот там осталось буквально последнее прохождение им. Надо пройти будет Сатану, по-моему, и ящик Сатаны, и все. И эти с этим персонажем закончены. Я слава богу, положу его в полочку. Пускай лежит, пускай тухнет. Вот так вот же сидит в своей пещере. Потому что, ну блин, это адовый герой, конечно. Ну что, дорогие друзья, надеюсь, вам понравилось. Если это так, то не забывайте ставить лайки, комментировать это видео, делиться им с друзьями, также добавляйте плейлисты и вступайте, конечно же, в нашу группу ВКонтакте. А с вами был Станислав. Я всех вас крепко обнимаю, целую, люблю, увидимся в новых прохождениях и приключениях. Всем пока!